Благостные люди как живут, как ведут себя в жизни? Они просто выполняют все эти правила. Понимаете? Что такое благость? Страстный, невежественный разум как себя ведет? Он не принимает знаний. Он как хочет, так и живет. Страстный разум как себя ведет? Он принимает то знание, которое ему выгодно. Невыгодно не принимает. Благостный разум как себя ведет? Он принимает знания и следует ему. Ему все равно, выгодно или не выгодно. Потому что раз благостный человек победил свой ум, он говорит, молчи, скотина, себе. Не другому, а себе он говорит. Хватит уже, я тебя наслушался. Ты уже бросил жену, аборт заставил ее сделать там и так далее. Благостный разум, как говорит себе. Страстный разум говорит, слушаем, о, это я не согласен. Нет, с этим я не согласен, нет, и не буду это принимать. Ни это, ни мое знание. Все, мясо можно есть. Невежественный разум. Что здесь такое вообще происходит вообще? Что такое? Мне такого в Омске, по-моему, один раз. Мужчина там стоял, стоял вверху один. И такой говорит, а что здесь вообще происходит? Ну прямо четко по лекции. А что такое? Что это такое? Ну, то есть невежественный разум не принимает, он отторгает любое, что не соответствует его пониманию вещей. Благостный разум стремится к знаниям. Надо развивать себе благостный разум. Надо принимать знания, пробовать следовать ему и смотреть результат.